Вот он, знаменитый кубок вызовов в Нью-Йоркском хоккейном дворце Madison Square Garden. Финал 79-го года. Сборная звезд НХЛ против нашей. Главный тренер нашей сборной Виктор Тихонов оставил на скамейке запасных Владислава Третьяка, а на ворота поставил молодого вратаря Мышкина. Мышкин не пропустил ни одной. Итог 6-0 в нашу пользу. Вратарь в хоккее фигура особая. И те, кто хотят стать вратарем, должны, по-моему, быть людьми мужественными, смелыми. Я шайба у Мышкина, просто молодец. И никогда не подумаешь, что это вратарь. Это улыбчивый молодой человек. Он был небольшой, он такой, знаете, это мощный такой, взрывной. И плюс вот этот характер, что я никогда не сдамся. Я просто выходил, я Мышкин, я другой вратарь просто. Мне доверили, сейчас ворота. Все, мое дело вот это сделать, не дать забить шайбу.